Внезапно в Китае охота на туристов в парке дикой природы Бадалин. Сибирский тигр буквально растерзал путешественников. Он залег в засаде и выследил двух туристов, которые беспечно выпорхнули из автомобиля сфотографировать местные красоты. Одна из женщин погибла на месте, вторая еще долго будет вспоминать эту прогулку. Тигр вонзил в нее свои когти и не отпускал, пока женщина не потеряла сознание. Срочно прибывшие сотрудники сумели вовремя отогнать хищника. Врачи наложили на нее раны около 100 швов. Причина трагедии расследуется спецкомиссией. Парк Бадалин закрыт на 2 дня. Это одно из красивейших мест Китая, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. К посетителям есть лишь одно требование. Ни в коем случае не покидать машины при поездке. The bird was blown into the tiger garden by strong winds at the Fugang Wildlife Park.